вышли, приехали с магазина, с покупок. Смотрите, что там привезли. Макароны. У нас макароны дома самый поедаемый продукт. Смотри. Очень макарон. Очень много еды. Так, если что, вы ничего не видели вот этого, ясно? Не вот этот блок сникерса. Да, я вам, кстати, я купил эти кукурузные палочки. Можно? Пожалуйста, можно? Я сделала рисмейкас. Короче, мне уже слегка смылось. Классно. Можно, пожалуйста? Пожалуйста. Я не знаю, им сладкое можно сейчас? Палочки можно? Можно? Да. Микки, let's go. Pump it up. Так, мы тут столько всего накупили, столько всего. Смотрите, вкуснятина всякая тут. А я люблю и обожаю вот эти штуки. Это орехи в шоколаде. Вкусняшка. Так, девчонки, кстати, смотрят, что это влог 360 который, да? А, это другое уже. Так, а видели наши влоги 360, где можно вот так пальчиком управлять? Чик-чик, сторону. Смотрите, что я сегодня сделала. Я полтора часа это монтировала. Да? Да. А ну. О, вау, ничего себе, вот это... Такая вот здесь, если что, те, кому плохо от этого станет, здесь было warning. Так что, если что, вас уже предупреждали. Обалдеть. Так, Алиса села, погрузилась в виртуальную реальность с хлопьями. Алиса, тебе там классно? Я в Among Us играю. В Among Us играет? Да, я еще не играл. Ну и как, круто? Вот это жесть! Так. Пока никто не видит. Говорю, быстро, быстро убирайте. О май гад. Это жесть. Пылесос берите, пылесос. А я попросила не есть на диване. Так, друзья, скажите, у вас так бывает? Вы грибаете потом от мамы? От мамы от папы? Не дождь, ничего. А в чем мне это подсветочек? А? Пылесос. Чик. Чик. Сейчас Алиска будет пылесосить. А я там, вон, занимаюсь елку. Достаю. Как прикольно себя смотреть в телевизоре. Телевизор одинаковый, просто как iPad, только он большой iPad. Да? Угу. Телевизор это большой iPad? Да. Чик. Так, давай. Нет, так он будет сильно прилипать. Ну ладно, давай. Угу, молодец. У тебя получается, Алиска. Ты молодец. Алиса молодец. Блин, а я не смотрел, кстати, этот влог, как мы елку наряжали. Дело там, копошится что-то там. Блин, я даже не видел этот влог. Человек танцующий. Ты VR-тиктокер? Я Луна. А? Я Луна. Да? У нас что-то дома происходит, сплошные виртуальные дети какие-то. Я, кстати, у себя на телефоне могу посмотреть, во что ты играешь. Смотрите, можем понаблюдать, что там Николь делает сейчас. Мне сейчас помогут. Подожди, это ты? Ты выбираешь что-то? Да. А, ну да, по идее. А, ты Among Us пытаешься играть, да? Nikki, are you playing Among Us? No, I don't know how to join. Oh, yeah, never mind, found it. Can I get a... Yeah, join. Join me. Представьте, как прикольно. Можно вот так смотреть, что она там делает. Я вышла, подожди. Ой. Не берется. Нет, я закрываю монитор. Сейчас, подожди, дом Джонни, она где-то. Вон там один человек прыгает, второй тут что настраивает. Ты на дерево прыгаешь? Можем посмотреть глазами Николь. Короче, Nikki, I'll join you, okay? Oh, you join me, okay. Смотрите, вот они вдвоем с Николь Nikki. Стоят. What? I'm not familiar with yourself. Да, вдвоем в виртуальной реальности. Ой, у меня... blocked. Маленький два. А маленький. Оп, да, все, Николь выгодила. Это было смешно. Так, нам родители купили много одежды. Мы?
всем. И мы будем сейчас их мерить, потому что я еще даже не видела, что там. Мама сказала померить все это, так что и на Алису, и на меня, и на Еву, так что будем переодеваться. Вот Алиса на аутфит, ой, кошечка. Вот Алиса, Алиса. Вот у нее такой свитер с пингвинами. И вот такие штаны. Да, леггинс, лосина вроде называется. С пингвинами и с... Как они называются эти? Рейндирс. Как будет рейндирс по-русски? О, божечки. Ну, короче, вот эти штучки. Не помню, как они называются. И елки. Сейчас будем Еву одевать. Уже вот в некоторых странах уже Новый год. Допустим, на Бали. Я уже поздравила моих друзей с Новым годом. И мне уже в комментах пишут с Новым годом. А у нас сейчас 11:30 утра. Так что нам еще ждать до вечера. И в 4 часа приедет Саша с Виком. Должны где-то в 4 часа. Как я поняла, они едут, не летят, да? Вот второй аутфит. С радужными носками. Вот. Да, аутфит ты на маму очень похож, блин, почему-то. Ты на маму? Да. Мне это очень нравится, вот этот аутфит весь. Он очень классный, просто. Сейчас будем... Дальше вместе есть еще одежда для Алисы. А если не будет, то мы сейчас будем Еву одевать. Я обожаю этот цвет, он такой классный вообще. Вот такой он. Ой, мои штаны. Вот такая классная курточка. Она очень классная. И вот такая классная футболка. И вот эти штаны мне очень нравятся. Смотрите, даже с сердечками. Вот ей костюмчик, вот такая у меня обувь. Вот такой у нее тай-дай аутфит. Это туфли. Тебе нравится, Ева? Да. Такой вот у Алисы аутфит прикольный. С такими шортиками. Подними чуть-чуть футболочку. Вот такие у нее шортики прикольные. Футболочка красненькая, где пишет гап. Мне кажется, тут нету шортиков. Нет. Есть. Как тебе? Класс. 10 из 10. Вот такой же аутфит, только с черной футболочкой. Да, мне кажется, это вообще-то 100 из 10, потому что она черная, и она очень тоже. Прикольный аутфит. Тебе нравится? Красиво. Нравится, да, красиво. Мое. Вот такие вот леггинс. Нет, слегка большие у меня. И вот такая футболочка. Круптоп, типа. Ну как, не сильно. И еще такая вот курточка. Сейчас, сейчас скажу сколько. Сорян. Сейчас 8:07. Мы сидим пока в комнате вон там. Ева смотрит мультики. Алиса играет в VR пока. Я тоже играю. Я смотрю YouTube. А, она смотрит YouTube. А я тоже. Я играла до этого. Но у меня голова заболела, так что я решила не играть. К нам приехала Саша и Вика. Они сейчас в комнате все. Но уже не все. Вот уже еда на столе. Еще еда готовится. Да, будешь там. И вот тут у нас много подарков. Вот, от Вика и от Саши. И от меня и от Алисы всем. Ева, Ева, положи пока. И на улице. Так, я в белых носках, ну ладно. Малыш, ты идешь к нам. Давай, иди. Вот, здесь готовят шашлык. Смотри, мамка, как вы в пятняху приготовили. Шашлык, это барбекю. Барбекю, сорян. Ага, шашлык. Маломерите. Смотрите, он ли барбекю? Смотрите, какое мясо. Вот, да. Сальсичи итальянские. Причем мы сейчас, когда готовим это все, Новый год у там, где, в России, в Украине, да, там в русскоязычных странах уже наступил везде просто. Уже просто все даже спать легли. Уже, уже наелись оливье и уже спят давно. А у нас еще до оливье. Идем проверять в почтальон. Вот как она называется? Так, короче, шлюсон. Так, который почта, короче, мейлбокс. Потому что здесь нигде нету посылки, а я Алисе заказывала один подарок, мини-бренд, она уже знает про него, я ей рассказала. А вообще я забыла про него, она мне напомнила. Типа она такая, ну, бла-бла, я надеюсь, что мне купила это мини-бренд. Я такая, я ей заказала, точно. Здесь нету? Ничего. Блин, они должны были приехать в 8, а сейчас уже 8:10, это так. Ну, он либо приедет позже, либо будем ей другой день дарить.
А где Ники на подарок, Ники? Так. Вот это твой? Вот это твой, да, вот. Вот, смотри. Эй, стоп, подожди. Эва написано. From Ева, да. From Ева. From Ева. Так. Давай, открывай. Да, это от Саши и от Вика, вот. Давай, открывай подарок. Открывай вот этот. Давайте по очереди только. Хорошо. Вот еще. Ева, это все для тебя. Давай. Ну уже, давай, малыш, давай. Что это? Подожди. Кукола. Кукола? Да. Там мечеть. А ну-ка, давай. Сколько радости, счастья, сколько. Вот, ля-ля-ля. Сколько всего, Ева? Вот это тебе подфартило. Еще. Алиса такая смотрит. Ой, это ребенок. Это Саша и Вик тебе подарили. Да. Вот еще. Молодец. Тебе очень понравилось. Я это покупала, я думала, что тебе очень понравится. Это динозавр. Она говорила, что хотела динозавр. Куда вы хотите? Такая штука, и там маленькие динозаврики. Ничего себе. Это как у Джорджа. Ого. Коробка тоже заклеена? Нет. Или да, заклеена. Мы будем это укроить. Динозавр. Динозавр! Да! Вот, смотри, это какашка большая. Да блин, папа, хватит! Ну, похоже. Какашка! Это дом динозавра. А откроешь? Смотри, сейчас откроешь. А ну, открывай. Открывай. Да. Там кто-то есть. Мизавры. Ой, мизавры. Как много. Ой-ой-ой, сколько их там. Еще. Ну, такой милый. Скажи thank you to me. Thank you. Thank you. Еще. Ого, как они все там поместились. Он и тут. Поближе тут. Все, отжал домик большой динозавр. Так, надо теперь найти подарок от Деда Мороза. О, Ева, смотри. Вот, смотри, написано, что. Да? Дедушка Мороз тебе подарил. Это что это? Такое? Алиса, что это? Почему Алиса, Ева? Ой, Ева. Это моя палочка. Палочка твоя. Это что такое? Ты же что Деду Морозу говорила? Ты звонила. Это моя палочка. Ты ему говорила. Теперь у тебя тоже есть своя палочка? Там Гарри Поттер. Алиса, ты что-то расстроена? Нет, я не шоке. Это же реально Гарри Поттера купили. Я еще Мороз. Птичьим я. Мне никто не покупал, и Дед Мороз принес. Не будет. Так, надо что-то там подключить. Надо поколдовать, наверное. Надо батарейки, да, сделать? Да. Угу. Ага. Так, что-то еще есть для Евы? Если у Евы все закончилось, я не тогда знаю. Нужно приступать дальше по возрастанию будем. О, я еще нашел. Он на добе похож. Еще нашел один, смотри. Смотри, что написано. Что написано, быстрее. Э-ай. Эва. Эва написано. Эва. Там тут записано. Что это такое? Это домик. Гарри Поттер. Супер. Это что? Хочешь? Я открою. Да, завтра будешь все открывать. Сейчас спадки. Там кошка. Кошка. Все, наверное, пришла очередь Алисы. Так, ну это не от кого, это значит от Деда Мороза. Да бог ты мой. От кого, значит, Деда Мороза. Ну, в смысле, если никто не подписался из близких? Мог написать просто Дед Мороз. Ростес! Ты меня пугаешь. Я его спрячу. Он такой страшный, я говорю, я тебя спрячу под Бали. Под кого? Под Бали? Ой, он что-то еще говорит. Нет, под Бали. Подвал. Ты не любишь Добби? А, страшный. Не, вот тут просто он страшный. Почему, Леня? Ну, улыбается, милаш такой. О, да, это... Хочешь это? Ну, подари Еве тогда. Да. Я хочу послушать, что он говорит. Ну, Дед Мороз, наверное, больше не будет тебе, Алис, подарки приносить. Давай. Это тут острая. Подушка, это вот это... Подушка в Добби. А что, ты больше не любишь Добби? О, любит, она его обожает. Вау. Какая классная подушка. Тихо, ой, что-то выпало. О, еще что-то выпало. Я их не видела. Вон еще, смотри, Сережечки. Смотри еще.
Все, что нужно сделать? Гуся. На там инструкция, там от разных движений делают разные штуки. Так, все. Теперь у нас в семье радуются подаркам только Ева. Остальные все уже, по-моему, зажрались. Это опять мороз. А переключай, там есть разные режимы. Я просто снимаю. Режимы, там есть кнопочка, переключается. Внизу маленький тумблер. Внизу маленький тумблер. Да, я знаю. Козырь сейчас лайкировал. Что это? Что это такое? Это тебе для рисования, чтобы холст ставить и рисовать. Я думаю, это как маленькому блогеру этот самый штатив. Я буду, я. Ты будешь ставить теперь холст и будешь рисовать на этом? Да, хорошо. Алиска, ну там настраивается под разные розы. Ну, тебе удобно было. Так, это от кого? Вика и Саша. Короче, я Саша. Еще от Вика и Саша? Ничего себе. От Вика и Саша мне так много, бог ты мой. Да, еще теперь их нужно зацеловать и заобнимать. Что это такое? Что это? Она откроет. А что написано? Да. Давай, лагерь, да. Что? Что? Да, что? Если ты потрясешь, там глиттер. Ну, вот. Да, вот. А это твой дом, да, что ли? Да. А как называть? Откуда ты знаешь мой дом? А у меня что-то Гриффиндор, я помню. Хаппопап. But you don't hate Гриффиндор, right? Хаппопап. На, держи. А, это краски? Я не знаю. Давай, ты попробуй. Пластилин, краски. Это масляная пастель. А, вот это как чем Вик рисовал? Ну нет, это внутри. А ну покажи нам, пожалуйста. Ага. А тебе еще нужно будет Вику показать, как рисовать в 3D. А почему Алисы так много? А где для Николь? Так мы надо по очереди нам. Я поняла, Алиски столько много. Нет, про меня забыли там. Да? Смотри, что это такое? Вот еще Алиса. За что Алиса так много? Что это такое? Пробуй сама. Пробуй открывать сама. Носки. Это носки. 10 носков. Подожди. Здесь можно... А, это как календарь. Это как календарь. 15 носков? Тут типа каждый день, да, красиво. Каждый день ты можешь новые носки открывать. Так, Николь выпрашивает у Алисы, чтобы она одни очки, носки ей. Я буду делать календарь. Надо обнимашки делать и поцелуйчики. Так, а подожди, а Добби? Да, Добби она выкинула, сказала, он ей не нужен. Я сказала, что это последний подарок на радио Деда Мороза. А, да? Ну да. Дед Мороз у нас старался так вообще и стал Добби. Вот еще. Да что ж это такое? Что это такое? Мне еще давно такие нужны были. Вау. Что это? Скетчи рисовать. Ну, короче, рисовать. Надо такая бумага специальная делать из зарисовки. Я не знаю, как по-русски называется. Ну, это такая, она как хлопковая, что ли? Нет, как-то есть такая какая-то. Алиса, ну как тебе так много всего надавали, интересно? Как хлопковая бумага какая-то. Ты что, маленький рисунок? За что это тебе такое? Так, проверьте, все у Алисы. Сейчас, от меня. Что ж такое? От меня, Николь. От меня, Николь. Николь, так вы же вместе упаковывали, ты не знаешь? А, ну что вместе? Она упала. Еба ми майсел, о май гад! Что? А маме приведите? Она купила меня. А ты кто? I love you. Она Гермиона? Гермиона, да, из Гарри Поттера. Зрители там половины не понимают, что происходит вообще. Так она что, Добби теперь не любит? Я что-то все пропустила. О май гад! Хагрид. Кто? Бородатый чувак. Ага, с тортиком. С тортиком? Ага. Бля, Алису просто засыпали подарком. За что это? Алиса, ты хуже всех учишься в доме. Вообще уроки не делаю. Так что, ребята, учитесь. Тем, кто хуже всего учится, достается больше всего подарок. Она такая, зачем мне это все надо вообще? Что это? Покажи. Это сережки. Сережки Гарри Поттер. Так, еще от Деда Мороза что-то. А я смотрю, она как-то это не рада вообще подаркам Деда Мороза. Oh, that's a puppet. Are you not happy about all of this? I'm happy. You're the favorite child here. It's pretty obvious. Что это такое? Что, открывай? А можно по-русски? Никто не понимает, что там у вас. Нет, люди понимают. Они со мной на зуме говорили. Давай. Два человека. Аккуратно.
А ну, ложи на пол, ложи на пол. Вау! Да, аккуратно. Это что это? Хогвартс? Это полная карта Хогвартса, я так понимаю. А это как в Орландо, что ли? Да! Ого! Это двери. Тут можно чекать. О, тут можно даже вещи выкладывать. Да, и оно открывается еще, смотри. Смотри, да еще ты... маленькими этими открывается все. Она вся там раскрывается, смотри. Бля, это что-то двигается, ты видишь, оно двигается. И эти еще там, видишь, можно открыть. Короче, здесь каждая еще открывается. Ребята, это офигеть, это лес вот этот волшебный, который там был. Он не волшебный, если что. Да? Так, все, кто следующий у нас? Никошечка, твоя очередь. Поехали. Я вроде знаю, что это. Давай, Николь. Это от кого? Это от Саши Вика. Что это? О, май гад! Ты ляну так. Это то, что ты заказывала? Или пишет, нет, там не то. Мой папа. Мой папа услышит об этом. Там говорит блондин Гарри Поттер, который... Все, Николь оделась. Кристи сидит на куче подарков. О май гад, такая вообще. Давай. Так, Николь, выбирай, давай следующее. Алиса, ты сколько подарков купила Николь? 500? Нет, это от меня, потому что мне зуники, это от меня. От тебя Алисе? Нет, другим всем. Папа, ты не путай, они там все в курсе. А Герлен, это Герлен чей стейк? Подожди, я хочу рассказать. Что? Вот, короче, я тут сидела, такая, что-то Майк не придет, мне кажется, на Новый год. И я такая, как, подожди, как его имя опять такая? Я говорю, такая, а, Уилл, и ты такая говоришь, а, я думаю, что ты его не покупала. Я такая, блин. Там еще что-то оставалось, той бумажки, да. Никуш. Что? Это тоже персонаж из Stranger Things. Вау. Вау. Это не Николь, сколько у тебя их будет? Чем ко мне Робин Ван, да? И Алекс тоже. У вас коллекция? Да. Надеюсь, мы потом это продадим за 100 тысяч. Или через 20. О май гад, это so heavy. От Вика и Саши очень... О май... Гриффиндорс. Когда оно горит, а оно будет со временем, когда воск будет уменьшаться, там будут пакетики такие маленькие, ты их достаешь, и там подвески будут разные, там с Гриффиндором. Да, по-моему, электрический. Вот в этой штуке? Да. Только я неправильный факультет. А чей факультет? Это Гриффиндор, а я в Когтевран. Ну какое пришло? Подожди, сначала. Ты же Гриффиндор? Я такая, нет, она такая, ну ладно, тебе нравится Гриффиндор. Сережки Слидерин. Вот еще много очень. Да. Очень много сережек. Блин, тоже, типа, как Гарри Поттер, блин, столько сережек, что а можно... А, это сюда, да. Да, вам теперь нужно просто в решето уши. Здесь у меня уже нормально. Каждый день можешь новые сережки одевать. О, я, Айна. И вот еще от Дамблдора, которого не люблю. Которого я не люблю. Это окей, he's kind of annoying. Well, this is the quote, is nice. Yeah, I know. Вот слова от Дамблдора. Я не смогу перевести. Я посмотрела. Да. Там написано, что я перевести просто не смогу. Написано, счастье можно найти даже в самые темные времена, если ты всегда помнишь, включить свет. Что можно просто зажечь свет. А, как мило. Ну, типа, короче, в любой момент ты всегда можешь сам зажечь свет. Саш, вот почему ты русский не забыла, а они уже не могут переводить. Чем помню? Не знаю. Понюхай. Ух ты, я даже не знаю, чем это. Well, they said it smells like peach. Не похоже на peach. Что это? От кого это? Это тоже от Вики и Саши. Что? This is cool. Glasses that TikTok girls wear. Это приезжало маме. Эти очки вот это. Ну да. 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 Я там флаг Ну,
Ну, там для всего места хватит. Все, тебя после этого точно возьмут в этот самый. Как эта хрень называется? Хогвартс. А, Хогвартс. Это типа подпинамка, знаешь? Что это? Да. Это тикток очки? Ну, это не то, что тикток очки. Ну, просто это типа модненько сейчас, знаешь? Да. Типа подпинамку, какой-нибудь оверсайз худи, такие очечки. Ну, типа сейчас это модно, да. Тикток очки, короче. Ну, не то, что тикток, а просто... Аккуратно, не пугай. Да, я пыталась. Как бы они ходили как бы на нос, так, знаешь, то есть... Да, вот так. Да, так. Модно. Типа с панамкой. Давай попробуй сама. Панамку тогда распаковывай. Сейчас, подожди. О! Круто, с вау! Тикток! Ой, можно посмотрим? Да, пусть она там кошка, пусть тусит. Давайте дальше. Cool stuff. Okay, now since you're a skater girl, this is Vance, and Vance is like skater. Yeah. And wow. This is like the rainbow one. I get where you're going with this. А что написано там? Это магазин, это специально для скейтеров. Это да, я же в курсе. Ты же мне еще в Донецке все эти прожужжала. Да. Ангел, да. Милота. Это вообще он. Это вообще он. Ну, это ёжик. It was too expensive. I didn't want to buy it. It was like, what, $200? I was not planning on buying it. Что это? Покажи, Зайка. In the wand. I already have one, though. Палочка, да? Палочка и карта. Это карта, которую он пользовался, на которой были деньги. А, нет, не кажется, мне показалось. Да? Вот еще одна палочка, которая у меня уже есть. И карта. Она огромная. Значит, ой, это дома сейчас... Тогда надо туда идти. Ой, она тоже открывается так. А следы появляются? А что? На этом нет. Какие следы? Ну, потому что там, когда кто-то ходил в фильме, когда кто-то ходил, там было видно, как они ходят и кто ходит. Ну, есть такая карта? Смотри, да. Гарри Поттер ходит! Ага. А что с этой картой делать? Ну, в фильмах она работает. Здесь нет, конечно, логика. Ты можешь читать, что там еще написано. Да. Ты эту хотела просто? Ты... Да, самая очень дорогая была. Так, проверяйте, осталось ли еще что-то для Ники? Ну, Ники, конечно, это, карму нужно чуть это почистить. Что это? Что? Вау! Так, интересно, что шляпа выберет? Она работает или нет? Конечно, работает. Давай, загадывай. Мне не одевается на голову. Шляпа. Да, только ртом к нам ее поверни. А где трот? Да блин! С другой стороны. Вот, да, вот так. А как сделать, чтобы она заработала? Что нужно? Сказать абракадабра и палочку умело использовать. И знаешь, что абракадабра это убить кого-то? Да. Привет! У тебя вон же, у тебя палочка есть. Она не работает, да? Да, в истерике просто. Она не работает. Она работает или нет? Ну, если ты захочешь, она будет работать. Надо посмотреть, есть где-то куда нажать? Наверное. Вот, смотри, да. Что нужно, чтобы она тебе сказала? Николь, ты Гриффиндор. No, Ravenclaw. Николь, ты не Ravenclaw. Ну все, у тебя прям целая коллекция. Тебе отдельный шкаф нужно отводить. Под Гарри Поттера. Так, кто следующий по возрасту? Так, ну что, поехали. Это подарок от Алисы. Класс, не снимайте то, что я тебе повторила. Да? Что это? Так, подождите, что это? Что это? Что это? Подождите, это от Алисы? Алиса. Что это за карта? Открой. А, это открывается. Это я уже я начал переживать, уже я такой, подождите, ничего не написано. Это просто кусок дерева. Опа-па. Что это? Just for you. Только для тебя, малыш мой. Так. Что это? Алиска. А ну-ка. О боже, там что-то написано. О, там что-то интересное написано. Так. Я прочитать? Давай. I can't imagine a better father. Thank you for your love, guidance and support. А по-русски можно? Он говорит то, что типа я не могу представить лучше папу, чем ты. Спасибо всегда за твою любовь, поддержку и еще что-то. Так, все, повесить. А теперь я открываю, чтобы посмотреть алдумы. Буду носить с собой. Папа хотел, это я ему взяла. Так, вот это. А ну-ка.
маленькая, но очень ценная. Моя сладенькая, моя прелесть. Да ты же это хотел, это воблер зелененький. Зеленый было так сложно найти. Я потерял такой, у меня съели рыбы его. Понимаете, здесь вот это, именно этот воблер очень уловистый. И моя сладкая, иди ко мне, ты знала, мама. Я знала, что я люблю. Алиса такая, что? Это очень ценная рыбка. Да хорошо, хорошо. Давай, так, дальше. Хорошо. Что там еще? Максим, Фром, Виктор и Саша. Ага. Так, барабанная дробь. Так аккуратно ты сейчас. Так. И... Блин, как я люблю все яркое и цветное. Сейчас дует. Класс, офигенно. Под мои косички как, а? Да, офигенно просто. Огонь? Спасибо. Thank you. Спасибочки. Так, а это? А ну-ка. Это белые твои любимые футболочки. О, лакоста. Крокодайлы. Ой, Ля, ну какое это тут... Да, оно мохнатое. Мохнатое, да. Антистресс. Классно. Спасибо. Это от тебя, малыш? Булочка моя. Ну, я не знаю, открывай, посмотрим. Я видела, это как-то мама это вставляла сюда. Это я долго и нудно рисовала. Офигеть, ребята, это картина ручной работы, это Света рисовала годами просто. Не годами, это я еще купила эту картину. Это я, а это Света, это все вручную разрисовывалось. Ну, по циферкам. Cool. И наконец-то я упаковала в рамочку любимую. Света, make 10 years. Да, нет, я подарила тебе ее в Лос-Анджелесе на Новый год, только этот. Да. Я обещала нарисовать. Вот только не раскрасится. Вот. За 3 года. Мама молодец, знаешь, такая один подарок на 2 года. Это первое. Круто, зайка, спасибо тебе, моя любимая. Это вообще очень эмоционально. Давай, мама открывает свой подарочек. Ну уже. Итак, что это? Это яичница какая-то. Массаж и утепляет. Подождите, я не знаю английского. Я понимаю, это какие-то очки или это подушка? Нет, это массаж. Голову на эту тему. Это Oculus, это Oculus 6. А, вот подушка. Для моей шеи, которая у меня болит. Спасибо, любимый. Кто подарил? Она массаж делает. Благодарю, мой зайчик. Подарочки от Алиски. Это то, что маме нужно. Я потратила деньги много за это. Да? Тебе верну честно? Не, нормально. А сколько у тебя денег? Вот дети миллионеры тратят. Да, Алиса там 500 баксов на подарки потратила. Я не пользуюсь подарками, только было 3 моих денег. Потому что у меня не было денег. Я на всех подарках потратила свои деньги. Ох, Алиски. Ой, Роза, это что-то интересное. Это от кого? Это от меня. Так, это от Николя, ну-ка. Подожди, открывай там внутри. Подожди. Какая-то синяя роза, вот. И она сейчас не выскочит там через кухню, боюсь. Клоу. Вау. Там если приблизить внутрь, там говорит I love you на 100 разных языках. Где? Внутри? Вот, внутри, вот здесь вот. Есть. Куда? Получается, вот тоже. Нет, посмотри сюда внутрь, там говорит I love you на 100 языках. Офигенно. Сердце, из него лучиками идут фразы. Да? I love you на 100 языках. Обалдеть. Вау, как круто. Так, ну это что там, все из таких запакованных подарков? Так, Света получает от Саши подарки, плачет. Всякую милоту. А следующий подарок, это очень крутая соль для ванны, но она необычная. Она, во-первых, сделана... Её можно есть? Она что-то eBay продаю. Что это? О, вау, это под чакры. Это что? Это разные чакры. Что, вот они? Это для палочек. Для палочек, да, вот это чакры. Нет? Это под чакры. Под чакры, ну свои чакры туда можно складывать. А никто не знает. У меня там за целый алтарь будет скоро. Ага. Ой, кстати, еще случайно немножко к Алисе вернемся. Алиса, я тебе еще давно купила. Я тебе еще
давно купила кое-что, но потом я увидела в блоге, что ты это купила, я поэтому его не запаковала, но потом ты мне сегодня сказала, что ты его не купила, поэтому держи. Алиса! Блин, прикольно, это Дубис книжка, а ну покажи. За что тебе стукнул? Точно. Алиса его взяла, да, Алиса взяла его, потом оставила. Ты что, он был очень дорогой. Но не очень, очень дорогой, что дороже, чем моя подушка. Дорогой или что-то. Еще тоже, где девчонка вернулась, это от Вика мамы. А, да. Это Алиска тебе на энкл, туда на ножку. Вот. Никуш, это тебе вот тоже прикольно. Браслетик на, такой. На ножку браслет. Браслет на ножку. Ручку и на ножку можно на любое место. Ну да, кися будет гоняться за тобой постоянно. Блин, красиво. Вау, такая прям модненькая. Так, все, я готов, я готов. Я готов, так. Подожди. Подожди, надо заклинание сказать. Подожди, сейчас да я расскажу, зачем этот продукт. В общем, нам, слушайте, подписчики, мне родители всегда дарят разные инвестиции, то биткоин, то какие-то акции. И мы решили с моим мужем подарить и маме, и папе, надо в основном маме, ну это типа в дом, тоже инвестицию, когда-то это будет стоить миллион долларов. Я уверена. Да. Я уверена. О, вау, а ну-ка, а ну-ка. Инвестиции, это я люблю. Блин. А ну-ка. О, офигеть. Вообще.